И все-таки можешь ли обосновать, ну, больше, я думаю, для себя и для нас в том числе, для чего тебе бои, для чего тебе драться? Потому что обычно мотивация – это либо хайп, ради хайпа, да, либо ради денег. У тебя оба эти вопроса, как я понимаю, закрыты, ну, практически там по максимуму, да? Для чего тебе это нужно? Потому что, в принципе, твое здоровье сейчас стоит намного дороже, чем любого там участника промоушена сейчас, да? Вот, не дай бог там что случится, да? То есть, ну, риск, как по мне, не оправдан. И, конечно, решать тебе, но вот обоснуй вот свое желание продолжать драться. Ну, смотри, волков боятся в лес не ходить, да, поэтому у меня есть тренер, которому 38 лет, Алексей Прокофьев, вот, и он тоже дрался на за хайп. Кто такой боец, да, если там углубляться внутренне, снаружи, думать о его эмоциях, кто такой боец? Боец — это не человек, который пришел в зал, да, этот человек уйдет из зала. Боец — это тот человек, который будет бороться с самим собой всю жизнь. Для меня бои — это вызов самому себе, и я хочу бороться с самим собой, мне это нравится. Через зубы, сквозь пот, сквозь лень. У меня лень присутствует. Ну, ты сам сказал, что да, у меня есть там, грубо говоря, бабки, тачка, у меня есть охеренная жена, у меня охеренный ребенок, у меня красивая квартира. У меня, по сути, есть хайп, все. Популярность. Да, хайп, популярность. Меня узнает каждый второй человек на улице, там фоткаются. Но в первую очередь это борьба с самим собой. Мне нравится бороться и побеждать себя. И в каждом бою, вот я тебе могу сказать честно, у меня и тренеры знают, и Алексей, и Сергей Никитин, то, что я не люблю драться. То есть я не люблю эти бои. Каждый бой для меня испытание. И в каждом бою, начиная с первого секунды, начиная с подготовки к нему, я уже борюсь с самим собой. И вот это то, что заставляет меня двигаться. Так, я думаю, и других бойцов. Потому что боец — это, ну, вообще удивительные люди, да. Как мне кто-то шутил там как-то раз, типа, боец, как обычные люди, только чуть лучше. А почему лучше? Потому что сильнее. Понимаешь, то есть, по сути, да, это, вот если говорить, то есть это люди, которые сильнее, и они поэтому лучше. Ну, вот такая философия у меня такая. Хайп, деньги, это все, да, скандал, это все присутствует. Как-то так сложилось, там, где есть моя личность, там вот сразу начинается и скандал, и все. Я завтра иду на одно шоу, послезавтра на другое, где я появляюсь почему-то либо с моей стороны, либо с их стороны получается так, что получается какой-то хайп. Это хорошо, я думаю.